Извините за опоздание. Можно войду? И всем привет! Меня зовут Влад4 и добро пожаловать в проверку школьных лайфхаков из ТикТока. Я знаю, что многие из вас сейчас учатся в школе или вообще где-то учатся, поэтому сегодняшние лайфхаки будут полезны именно для вас. Возможно, после просмотра этого ролика ваша учеба станет легче, и вы что-то сможете применять в жизни. Также, ребята, я тут постарался, прикупил школьную форму. Ой. Так что за это ставьте лайк. Сейчас я подготовлю свое рабочее место. Ну что, давайте смотреть первый лайфхак. Смотрите, он заключается в том, что при помощи лимонного сока можно стирать желтый маркер. Это выглядит, как будто это какой-то монтаж и очень не похоже на правду. Какая-то магия. Но мы здесь для этого и собрались, чтобы понять, фейк это или реальность. Поехали. У нас есть маркер, палочки, половинка лимона и хоть где-то нам пригодится русская литература. Итак, поехали проверять. Это обычный маркер. Ребята, я не знаю, если этот лайфхак сработает, сами придумайте, как его использовать. Напишите в комментариях. Вы можете устроить небольшой пранк. Берете и разрисовываете человека. Ну, допустим, я нарисовал здесь какие-то усы и рожки. И я такой, типа, блин, надо в библиотеку книжку возвращать, что делать? Я беру палочку, промакиваю ее в лимонный сок. Ну что, момент истины. Блин, если это сработает, это будет смешно. Если не сработает, ну, я так и знал. Вы видели? Посмотрите, это не монтаж. Ребята, зацените. Это сработало. Давайте еще напишем. Вы можете своему однокласснику вот так вот сделать. А потом, когда он пошел уже ябедничать, вы такие берете и... Офигеть, это какая-то магия. Ребята, этот лайфхак работает. Блин, это очень удивительно. Сами придумайте, как это использовать. Давай еще кое-что проверим. Берем на палец. Получится или нет? Как думаете? Я стер это пальцем. Давайте еще кое-что проверим. Берем, а потом берем. Не работает. В общем, ребят, это очень крутой лайфхак. Выглядит это очень круто и эффектно. Он работает. А теперь придумайте, как его можно использовать. Ну, а мы идем дальше. Ребята, если бы я про этот лайфхак знал в школе, жизнь была бы в 1000 раз проще. Берем обычную скрепку и делаем с ней вот такую вот штучку. А потом, вуаля, и это превращается в идеальную подставку для телефона. Здесь даже написано, мне понадобилось 23 года, чтобы узнать об этом. Это про меня. Ну что, у нас есть вот столько скрепок. Вам понадобится всего лишь одна. Смотрите внимательно. Берем, вот сначала пополам согибаем. Опа, понял, да? Потом вот эту маленькую часть... Поднимаем наверх. Вот так, оба. Понял? Теперь тестируем. Прошу заметить, что это iPhone 11 Pro Midnight Grey на 512 гигабайт. Берем вот этой стороной. Видели? Вы можете свой магазин открыть с подставками, посмотрите. Ребята, ну согласитесь, это такая малютка, а так может упростить жизнь. Эх, жалко, что я узнал об этом только сейчас. Ну а вы, ребята, пока вы учитесь в школе, пользуйтесь. Точилка и тик-так. Мы точим карандаши, и он постоянно, вот видите, все в мусоре. Это плохой вариант. Берем пустую пачку из тик-тока, вставляем туда точилку и... Извините, перепутал тик-ток. И тик-так. В общем, ребята, это лайфхак о том, как превратить точилку за доллар в точилку за 5 долларов. Открываем тик-так. Так, и открываем точилку. А знаете, где взять такой карандаш? По ссылке в описании. Это мерч А4. И вот что делать с этим мусором? В карман. Неудобно. Но здесь нам на помощь приходят лайфхаки из ТикТока. Вставляем сюда
и закрываем. Все, точилка внутри. Ну, выглядит это все довольно-таки мило. Теперь приступаем к точению. Для лучшего эффекта вы можете немножечко зажать пальчиками точилку, чтобы не выпало. И поехали. О, пошло, смотрите. Вау, вот это карандаш, какой красивый. А, лайфхак. Все, и никакого мусора берете, закидываете в пенал, который вы купили по ссылочке в описании. И рисуйте. Этот лайфхак работает, пользуйтесь на здоровье. Ну, а мы идем дальше. Если вы очень веселые ребята и всей своей веселой компании вы забыли позавтракать, то этот лайфхак для вас. Покупайте такую вот коробку с сухим завтраком. Вот так вот открываете по кругу. И заливайте молочка. Приятного аппетита! Ну вы представьте, вы пришли в школьную столовую, а там вам дали какую-нибудь ерунду. Покупайте пачку сухого завтрака. Можно это сделать ножницами. Далее открывайте молочко. Потом берете ложку в школьной столовке. И вуаля, приятного аппетита! Вот это тема. Если б я знал про этот лайфхак в школе, то раз в неделю я бы по-любому так делал. Ребята, этот крутой лайфхак работает. Вы можете поделиться с другом, взять 3 ложки и втроем это съесть. Подожди, вкусно просто, капец. Ну что, ребята, пользуйтесь на здоровье. Лайфхак работает. Ну а мы идем дальше. Этот лайфхак полезен для тех, у кого не очень с математикой. Все знают приложение Snapchat. И здесь есть функция сканировать. И если у тебя есть проблемы с математикой, просто сканируешь пример и получаешь ответ. Мне б такое в школе. Ну что, давайте быстренько это проверим. Смотрите, открываем Snapchat. Далее есть кнопочка «Сканировать». Видите, вот я ее нажимаю. Нажал. И в самом левом углу есть функция калькулятора. Вот прямо у вас на экране. Я сейчас беру ручку и пишу пример. Такой пример. Далее нажимаю кнопку «Сканировать». И моментально получаю ответ. Вау. Этот лайфхак работает. Все, что вам нужно, это иметь Snapchat на телефоне. А мы идем дальше. Ребята, я постоянно в школе забывал циркуль. Мне бы этот лайфхак ой как не помешал. Берем 2 карандаша. Скрепляем их резиночкой вот здесь вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Заматываем. Скрепляем. И в центре вставляем ластик. И рисуем круги. Я столько раз двойку получал за то, что забывал циркуль. Берем 2 карандашика. Скрепляем карандашики. Скрепляем это зажимчиком. Теперь разжимаем это все и вставляем ластик. Ну а теперь давайте начертим круг. Ну, в принципе, лайфхак работает, но он очень сложный. И, скорее всего, жизнь он вам не упростит, а наоборот усложнит. Решайте сами, а мы идем дальше. Следующий лайфхак нам тоже может упростить жизнь. Давайте смотреть. Берем, короче, чехол, всовываем за майку и вставляем туда телефон. И спокойно сидим, и нас никто не палит. А если учитель подходит, ставим на блокировочку. Давайте проверим. Представим, что мы сидим вот так вот. Если у вас еще черный экран и черная майка, то 100% это должно сработать. Мерч по ссылке в описании. Так, вставляем. Вы можете включить какой-нибудь ролик на уроке и сидеть смотреть. А если идет учитель, то такие... Ну что, ребят, этот лайфхак работает. Вы можете его спокойно применять. Идем дальше. Ну, а этот лайфхак вам пригодится, если вам, ну, очень-очень скучно в школе. Берем 2 карандаша, закрепку,
Еще это все вот дело вот так вот скручиваем, скручиваем, вот еще скручиваем, и еще скручиваем. Потом делаем вот такую дудочку. И у вас получается арбалет из карандашей. Так, у нас все для этого лайфхака есть. Два карандаша мы вот так скрепили, и два карандаша скрепили с одной стороны. Далее это скрепляем между собой, вот таким вот образом. Вот так. Скрепили по центру. Забыл совсем про скрепку, ее нужно присоединить вот так. Вот такая эта штучка, вот сюда. Поняли, да? Поняли? Теперь вот эту вот штучку крепим вот сюда. Пиу-пиу. Понимаете, да? Все поняли? Вот так вот это должно работать. Вот так вот. Это сверху, это шпулялка. Теперь делаем вот так. Раз, два. А теперь зажимаем вот сюда. Ребята, ну посмотрите, посмотрите. Если вам кажется, что это сложно, то на самом деле не сложно. Далее берем пулю. И у меня есть шарик в качестве мишени. Я считаю, единственное предназначение этой штуки, чтобы лопать шарики. Окей? Уяснили? И... Мини-арбалетик из карандашей у меня получился. Я не представляю, зачем вам этот лайфхак, но если вам скучно и вы хотите полопать шарики, то можете это сделать. Идем дальше. Еще один интересный лайфхак с телефоном. Смотрим. Если у вас как-то заняты руки, вы можете использовать веревочки на своей кофте. Засовывайте эти веревочки под телефон и вуаля! Это должно упростить вам жизнь. Давайте проверим. Если вдруг вам разрешают в школу ходить в кофте, то этот лайфхак для вас. Представим, что мы сидим на уроке. И как-то хочется спрятать телефон. Берете такие, достаете его, засовываем сюда наши веревки. И опа, опа. Если вы в столовке, если вы в автобусе, если вы в актовом зале или на линейке. Работает. Также можно смотреть видосики под партой. Не, ничего нету. Да нету. Вот мой телефон. Можно другу показать. А можно подписаться на канал. Ребята, красная кнопочка подписаться внизу. Сделайте ее серой. Этот лайфхак работает. И, скорее всего, вы о нем ни разу не слышали. Пожалуйста, пользуйтесь. Идем дальше. Ребята, давайте устроим опрос. Напишите свой самый нелюбимый предмет в школе. Комментарий. Что вы просто ненавидите? Напишите об этом. Мой самый нелюбимый предмет, наверное, физика. А свой нелюбимый предмет напиши в комменты. Интересно почитать. Есть еще один лайфхак, как пронести телефон в школу. Вырезаем отверстие для телефона в книжке или в тетрадке. И можете с умным видом смотреть в учебник. Обводим телефончик. И теперь сюда засовываем телефон. Ну что, ребят, какой бы это странный лайфхак не был, но он работает. Здесь можно прятать свой телефон. Оба. Но знаете, что вам посоветую? Лучше не портить книжку. Заведите для своего телефона просто толстую тетрадку. И тогда вы эту тетрадку можете брать на любой урок. А если что, просто будете говорить, что это ваш чехол для телефона. Законом не запрещено. Этот лайфхак работает. А это для вас бонусный лайфхак. Скоро 8 марта, и если у вас немного денег на подарок, то есть классный лайфхак. Берем обыкновенное полотенце, скручиваем его, делаем вот как здесь показано, зажимаем тут резинкой, вот тут резинкой, и у нас получается красивый медвежонок из полотенца. Выглядит это очень мило. Ну прям, это обязательно нужно попробовать. Ну что, я нашел вот такую вот белую тряпочку, и давайте действовать по инструкции. Скручиваем здесь половинку и тут половинку. Раз. И вот здесь вот, вот так вот, смотрите. О, 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 о. И вот здесь нужно поджать, 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 поджать. Опа. Опа. Вот, вот, смотрите, уже похож на мишку. Так, теперь делаем ушки. Опа. Опа. Посмотрите, получился медведь. Чем нет? Посмотрите, мило. И сейчас подвязываем красную штучку. Опа. Опа.
Ну что, посмотрите, какой медведь у меня получился. Правда, в лайфхаке у него были чуть-чуть резинки поменьше. Но все равно довольно-таки милый мишка. Можете попробовать такого же сделать сами. Ну а этот я подарю всем девочкам, которые подписаны на мой канал. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы что-то сможете применить в школе. Ну, подставка из скрепки, ну это же гениально, согласитесь. Обязательно ставьте лайки, пишите свой нелюбимый предмет в комментарии, и не забывайте подписываться на канал. Это абсолютно бесплатно. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад4. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.